Ну что, Лирик? Вторая серия у вас продолжалась, когда я ушел. Кто на кого напал? А? Я знаю, что ты не нападаешь никогда. Бывает, Мирка, зачинщица, ну, как бы, дает команду, а Марсик нападает. Хотя и Марсик 90% случаев тоже нападает. Лирик обороняется. Это я заметил. Ну, в обороне, конечно, бывает и мне достается. А вот тут Виктория их разнимала. Я когда пришел, лопата снеговая была сломана, пластиковая. Здесь вот следы были, видите, вот что-то тут потасовка была. Вон все потоптано. И, естественно, у Марсика там следы. Ты жалеешь Марсика, да? Скажи, а что он лезет? Я его не трогаю. Живу своей жизнью, да и все. Ну что, я не бульдог. И что ж я теперь? Не такой, что ли, как все? Такой же я. Так же люблю ласку. Люблю вкусняшки. А эти бульдоги вечно ко мне пристают. То Рада пристает со своей любовью, то Марсик пристает со своими амбициями. И все что-то хотят от меня. Здравствуйте, земляне. Я Александр Док. Вот, занимаюсь разборками. Ой, Лирик, уронил я. На, еще тебе кексика. Они пусть там гавкают. И что? А нечего на Лирика нападать, понятно? Вот и будет вам. А этот-то где? Зачинщик. Выходи. О, красавчик. Ну что? Мирка, да не трогай ты его. Вон у него ухо. Не, ну при мне они подрались, я их разнял. Лирика завел в дом. И все было хорошо. Нет, потом пошла вторая серия. А тут как бы третья не назрела. Лирочек, только мы с тобой знаем секрет, да? Что нам кексика досталось. А этим не дадим. А Марсик сыт драками. Теперь на полгода его отвернет от этого мероприятия. Лирику-то что? У него шкура длинная. Его незачем взять. А этот вечно ухом своим левым расплачивается. И все время он его за одно и то же ухо хватает, Лирик. Лирик, ты хоть уши меняй. А ты? Ты зачинщица. Вот это ты и все. 20% еще и от Мирки зависит. А это бежит тоже, нарывается на неприятность. Он уже глаз пострадал, как у терминатора. А нечего лезть. Что? Нет. Равноправие для всех. Все. Вот и сидите на улице.